Полтора месяца назад эта собака была на грани жизни и смерти. Ее сбила машина. Но животному крупно повезло. Она оказалась в заботливых руках волонтеров, которые отвезли ее к ветеринару и сделали полное обследование. По результатам рентгеновского снимка оказалось, что у нее раздроблен первый поясничный позвонок, поврежден мозговой канал, и ходить она больше никогда не будет, в принципе. Но он ей боли, дискомфорта не причиняет, иннервация нарушена, она ничего не чувствует на месте ниже перелома. Собака очень быстро адаптировалась к травме, ей еще нет и 4 месяцев. Сейчас Надежда, такую кличку дали ей волонтеры, полностью здорова. Она привита, имеет паспорт и даже коляску, которая помогает ей передвигаться. Не хватает только хорошего хозяина. Оставить эту собаку Станислава Таран у себя не может. Надежда находится у нее на передержке. Моя задача – оказать им любую помощь, которую я могу оказать, пристроить дом, чтобы я могла помочь очередному, следующему, нуждающемуся животному. Поэтому сейчас Надежда ищет самые добрые руки, самого доброго, отзывчивого человека, абсолютно готова к переезду. Сейчас за ней не нужен никакого совершенно ухода, ни медикаментозного, ни лечения. Их цель – помочь бездомным животным, если нужно, вылечить питомца и найти ему самые добрые руки. Кошек и собак через руки волонтеров прошло несколько десятков, ведь именно они, считают девушки, меньше всех защищены. Чаще всего они подбирают их на улице, но бывает и такое, что кустанайцы обращаются за помощью. Например, не могут оставить животное у себя. Делают это через соцсети. Нередко в их руки попадают даже породистые питомцы. В общей сложности нами курируется порядка 50 животных сейчас. То есть у нас есть мама с щенками, у нас есть, ну, то есть у каждого свои личные дома, там, временные животные, которых мы пристраиваем. Также это порядка там 20 кошек, которые есть. И сейчас именно нами, конкретно на нашей территории, вскармливаются порядка 7 собак. Стоит отметить, что питомцев волонтеры отдают безвозмездно, но с новым хозяином кошки или собаки все же заключают письменный договор. Они следят за судьбой каждого животного. Диара Ахмечен, Софья Чернова, РТН.